Дробление или бластуляция – это процесс образования многоклеточного зародыша. Дробление яйца лягушки неравномерное, так как образующиеся при этом клетки различаются по размерам. В данном случае происходит полное разделение яйца. Дробление завершается образованием бластулы. На условном разрезе видно, что бластула имеет полость и состоит из двух зародышевых листков. Верхние клетки составляют эктодерму, желтый цвет, а нижние – энтодерму, синий цвет. На следующем этапе развития под экватором яйца появляется место впячивания клеток эктодермы. Эти клетки формируют мезодерму, третий зародышевый листок, обозначенный красным цветом. На поверхности зародыша образуется первичный рот, который называется бластопором. Схема показывает передвижение зародышевых листков в ходе гаструляции. На живом материале отчетливо видно темное пятно бластопора.